сделать. Ну, сплю наконец-то. Ну ладно, давай. Надо было сейчас игру записать, Клокверка. Да я хочу сделать летсплей на Клокверка, блин. Надо же попонтоваться. Ну а что ты сейчас не сделал, пока играл? Не знаю. Не знаю. Какая ужасная игра, я задолбалась ее смотреть. Долгая, да? Вообще пипец. Там у вас минер вообще потел, сидел на базе. Кстати, тоже играл в знакомые. Она играла за минера, и почему-то, знаешь, такой баг почему-то бывает выкидывает за АФК. Знаешь такую тему? То есть минер как бы ставит мины, бочки, и его почему-то бывает иногда выкидывает за АФК. Типа он ФК стоял на одном месте. Да? Да. Такой стран. Бред вообще. Хрень какая-то. Так, харда, харда. Хард, соло. Мы сейчас играем и с русскими, и с американцами в перемешку. Чё, ты хард соло пойдешь? Ну, Клоквер. А ты хочешь месяц? Ну, пошли месяц, если хочешь. Ну, в смысле, я думал, ты потом как-нибудь сделаешь на него, а сейчас типа... Нет, сейчас я сделаю. Сейчас сделаешь? Ну ладно. Пойдем вместе, если хочешь. Какая разница? Да ладно, иди, иди. Мне страшно. Мне просто страшно. Ого. Так, ты у нас коричневая. Опять и коричневая. Кому-то постоянно голубой попадает, кому-то коричневый. Ой. Нет, ну если бы мы играли за свет, то я бы по-любому была голубенькая. Прям стопотоп. Так, а что ты будешь брать, куда ты пойдешь? Не знаю, изи, наверное, тогда. Чё? А то в лес. О. Или со мной пошли. Если хочешь что-нибудь под кок... Давай со мной пойдем тогда, под кокверка возьми что-нибудь. Под мои коги. Давай ли широка возьму. Ты поведешь штаном? Ну, если ты в коги поставишь. Точно поведешь? Паду. Давай, хорошо. У нас лишний что говно какое. Блин, вообще говно какое-то. Ты про что? Про пик. А-а-а, хороший пик? Ужасный. Хороший пик. Кстати, я сегодня тоже утром, когда я играл в рейтинговую, тоже предсказал победу еще одну. И все, и в смысле получил, да? Сундук. Да. Че тебе выпало? На кентавра. А-а-а. Да уже. Всего 5 сетов, я уже 4 нашел, получил. О, прикольно, в смысле, то, что тебе одинаковые не попались. А там же написано, что не попадаются одинаковые. Да? Да, все продумали. Okay. То, прикинь, покупаешь 3 сета и 3 одинаковых сета. А то, да, ну, в смысле, я помню, когда раньше сундуки там по одной шмотке еще лежало, могли попадаться одинаковые. Да, раньше. Я помню, купила сундук, открыла 2 раза, и мне 2 раза одна и та же шмотка выпала. Везде загорелся пукан, да? Вообще жопа была. Да не горело. У меня там один ключ я купила, а второй у меня был бесплатный, короче. Так, ну смотри, но у них тоже таких явных кэри нету, как и у нас. У нас вон только вертолет. А, ой, он перепикнул. Слава богу. А кого он? Кто у него был? А он же рандомно этого батрайдера. О, а, точно. Вот этот батрайдер был бы вообще не к месту. Потом у нас массовик. У нас хороший стан. Танк, я инициатор. Ну я не танк, я инициатор. Клокверк никогда не сравнится с Саксом. Никогда. Да? Типа кто лучше, Акс или Клокверк? Да, Акс. Я сейчас попробую сделать новую мету Акса, короче, с даггером. Ну, потом будет мейл, и следующим уже этот Джонер. Прикольно? Кого? Ну, Мджовнир из Майлсторма. А-а-а, Мьёлнир. А-а-а, Мьёлнир. Угу. Мджовнир. Пожалуйста. Нет, Мьёлнир, ты чё? Мджовнир. У меня своя дота. Жопнир. Жопнир. Просто я подумал, никогда такого не видел. Я попробовал один раз, но ничего не понял, реализовался, нет? То есть суть в том, что он агрит, очень быстро бьет, и еще и молниями бьет всех, кого сагрил, да? А если он собирает этот Мджовнир, Мьёлнир, как там тоже называется? Если он его собирает, то он может на себя магический щит, ну вот этот вот, молниями ставить. Это вообще такая жопа, он за мест прыгает, там... Ну да. Ага, точно, его все бьют, там да. Же... Да! Ага, точно. Там такой... А, почему так никто не делает? Может, нету больше умных? Вот эти мудаки меня бьют, кстати, в курсе? Да? Ну ладно, я их конечно, Клокверку, конечно, лучше идти против ближнего боя, шикарно вообще. Ставить коги, отталкивать, ману сжигать. Опа.
Опс. Ну да, что-то у них тут только два милишника. Ну ладно. Пускай побит меня, ладно, бывает. Опа. Красивый у него сет, мне очень нравится. А тебе на него выпал, да? Да. А ты за него не умеешь, да? Ну, я его продать думаю. Ты умеешь играть на него? Не, ну, в смысле, не пробовал ни разу. Интересный герой. У него специфическая игра. Но он, как и Бара, часто себя отдает ради игры. Да. Кокер прыгает за место, все его разнесут просто на куски. Я могу пробовать толкнуть эту дуру. А, не получилось далеко. Я прошу тебя, не бей меня. Ага. Опа. А, кстати, блин, да, печали. Она будет кидать вас там, да? Угу. Ля-ля-ля. Так, раз, два, раз, два. Сегодня, короче, я тебе ссылку, помнишь, кидал сегодня этот? Элитный хип-хоп ты видела? Да. Все прикольно, нет? Там кто-то идет, там Тинкер. Поставьте, я хотел на него. Где? Да, прикольно. Да там вон, еще его гонят уже. Ну это делал зритель мой. На старом канале еще. Мне так понравилось. Я вообще сегодня ему написал еще раз, короче. И подожду, чтобы он сделал трейлер. Знаешь трейлер на Ютубе? Угу. Ты заходишь на канал, там 15 минут. Ну, да, я видела, типа, из смешных моментов. Да, 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 да. Ну, я, конечно, платно попросил, потому что бесплатно это бесполезно людей просить. Ну да. Чтобы у него как бы был стимул. Я хочу прям очень хороший трейлер сделать, реально угарный. Ну, что получится. У нас уже 0.3 в нашу пользу, это хорошо. Конечно, что-то странный лайн, конечно. Ну? А кто у них фармит? Эй! Оба по чуть-чуть. Оба по чуть-чуть. Надо вообще, конечно, мне играть через эти, через ракетки, но я не... Уже... Не хочешь? Я перестал. Раньше играл, но очень часто получалось, что ты стилишь случайно, и потом всех жопа горела. Поэтому я буду играть через первый. Понимаешь? Ой, я вообще не понимаю, это типа стилишь, не стилишь. Если замес, какая разница, кто убил? Главное, что... В любом случае, все опыт получают, как бы. Кому-то важна стата. Например, когда я помню, играл за Пуджа часто. Ты вытягиваешь, ультуешь там, остается 5 хп, и какой-нибудь Леон с ульты добивает. Вот это... Нет, в замесе, если там, это ничего страшного. Если, допустим, ты там один, и кто-то у тебя подходит и стилит, то это да. Ну, я про это говорю, да. После этого вообще жопа горит офигенно. Ты стараешься, тебя еще забирает. А если замес, то, конечно, все равно. Опа. Так, сколько я убил уже? 2 крипа? На фрипарме. Паулины. Атака хорошая, это атака. Опа. Куда они ушли? Не знаю, наверное, разошли куда-то там покушать. А, нет, Лина пришла. А, сука, убивает, убивает. Уа-а-а, убегаем. А! Уходи, уходи. Ой, блин, пипец у меня. Сейчас я поменяю. Я почему-то все по-другому. А, в смысле раскладка? Ну. Можешь сагрить? А, сейчас подойдут. Репортед. Можно какой-то репорт кидает у меня, наверное. Я что-то они там слились. Два раза. Слились. Тинкер убил гирокуптера. И он репорт кидает на него. Ну, все. Обидка. Эх! О, больно им, да? Не. Можно, конечно, попробовать второй скилл на них мне сделать? Не, я, в принципе, могу это сделать. Попробуем? Второй? Я сделаю первый, попробую подбежать, он будет их станет и кинуть уже второй. Сейчас, подожди. Вот так, все. Ну, не думаю, что получится. Ну, может, даже не пробовать лучше, да? Потому что Лина застанет или этот... Да, Светка. Сетку. Пиздец, конечно. Тварь, а тупая, все в меня, да, да. У них вообще столько станов, пиздец. Лина, кентавр, этот... О-о-о, шаман. Господи. О. Нет! Да господи! А, все, понятно, он кинул мне первый скилл. Кто? А, Тинкер? Ну, да. Да, я поставил бы Коги и сломал бы, ушел. А он первый скилл кинул, у меня промахи были. Да, ну что страшного? Че он хочет от меня? Типа там, типа убить хочет? Пойдем, ну ничего страшного. Пошли убивать. Пошли, пошли. Пошли убивать, пошли. Это такая мелочевка, мне главное дойти, давай, братюня. Во, пока. Вот все, видишь. Нас ганганул Тинкер, убили меня. Ганганул Зевс, убили двоих бомжей.
Так-то их. У них все... Кузнецы. У них, подожди, да, почитаем. О, опять Тини, прошлую игру был Тини. Может, то же самое Тини? Ага, еще один. Так, мне за арканчики. У тебя там много денег? Нормально. Ты через Так а что, арканы? ты арканы купишь? Ну, Я думала, конечно. можешь мне фризы купить. Ну, давай тогда фризы и арканы, да? Ну, коперку арканы нужны обязательно. Нифига, она жесткая. Вот это профессионал. Убивает, убивает. А, в принципе, мы можем шестым левелом уже их обосывать. Тем более, у меня будет микростан, они не смогут, ну, юзать скиллы. Угу. Нифига, она жесткая. Наяривает. Я пойду вард поставлю. Хорошо? Только осторожнее, ладно? Ми-ми-ми-ми. Опа, ну-ка, раз, два, опс. Так, еще одного крипа убить, и все будет зергут. Да что ж твою медь. О. Алина, здесь-то что на... Я все равно не вижу. Так, сейчас я пойду куплю. Вон арканы. Давай. И пока покушу. Я тебя жду. Угу. О, они вернулись все. О. О, какой там о, как вкусненько наверху. Ну-ка, дай я посмотрю. Ага. Да хуёв там. Не убьет. Так, на 6 левел получить этих мудаков убить. Угу. Часа потратили. Ну, он прям под вышку встал там, постоял, посмотрел на них. Так, кто это такой, Зевс? Чё убивать? Правильно, пускай с нами дружит. 6 левел, с дайте. С теми не получилось. Угу. Да, пускай с профессионалами... Еще раз. Пускай с профессионалами стоит. Вот, хочу скажу быстро. Все, хочу забей. Да ладно, ничего страшного. Ушли два инвалида, это говно ушло, это говно. О, все, 6 левел. Все, я готов. Я в лес пошла, если что. Так, ты у нас коричневый, все вижу. Так, какашка. Какашечка. Куда они загасились-то, мудаки? Опс. Так, я смотрю на карту, подожди. Будет хорошо, если мы получим шестой раньше, чем они. То, что у них-то как бы тоже все очень неплохо. Так мы уже получили шестой, нет? Я уже получил, ты получил? Давно уже. Ну они-то, они нет. Вон этот пятый. Кто? Че, я прыгаю шаман. Под него? Сейчас, подожди, шаман, сейчас. Прыгай. Это ой, я... а, ясно. Я ухожу. А, все, ракета. Да господи, ну опять микростаны. Это пиздец. Тварь тупая. Как я его не видела? Я ж там парт поставила. Бом... А, все, мне жопа. Это все забей, просто забей. Угу. Ну чё. Не нафидели, а загангали. Да, конечно, ерунда, о чем ты говоришь. Они потом в лете говна наедятся. И эти там, ну, забрали бы кого-нибудь, что ли? Уже ага, 40 минут кентавра. Уже. Кентавра хрен заберешь. Че, вниз пойдем опять, пошли? Угу. Сейчас ульта будет, еще раз убьем. Не, на того напали мудаки. Тинкера, еще травелов нет. У нас, как обычно, там, вначале немножечко так. Ну да. Немножечко так. А потом жопу будем рвать. Фокс. Они все наверху, да? Они там умирают. Пипец. У меня КД. А, кстати, все ясно. Кентавр Тини, я что-то сразу не сообразила. Светочка. Угу. Еще нам мигает, он нам-то помог. Чё-то к нам никто не прилетел помогать, когда нас убивали. Угу. Все было посрать просто. Ну так вот, видишь. ГГВП изи, говорит мальчик. Че, ты пойдешь наверх? Да. У меня сейчас 7 секунд 6. Че, ТП?
Подожди. Я ТП сейчас сделаю. Ну-ка, дай, ну успеть, успеть, пожалуйста. О, давай, давай, давай. Ракета, ракета летит, давай, детка. Мой, мой, ну мой. Нет, не мой. Все, что можно было, в это говно вошло. Так, тебя не убили, там кентавр бегает. Зевса забрала Лина. Дай танго, пожалуйста. Ой, фига. О, зря я это сделал. Ну все, у меня жопа. Ну, пожалуйста. Не-не-не, тебя хилят, все нормально. На, пес! Нет! Убегай, убегай. Там еще этот бежит. Тинкер. Сука, останьте от меня, мудаки. Все, все, жив. Привет. Чего? Такая... Эту ракетку кинет. Угу. Такая участь. Клокерка. Угу. Не, нормально, даже выжил. Угу. Че, пойдем домой? Да пойду сбегаю. Тут Тинкер мерзкий. Ну это мерзкое чмо. Ну. У него очень сильный потенциал в начале именно по дамагу. Кстати, а у тебя курсор-то есть? А, тебе же выпал курсор, да? Но я не открывала же сет. А, ты хочешь его продать? Скорее всего, не знаю пока. Просто потому, что я продать его могу только в январе где-то. Да. Смотри, пошли на то, на мид. Блин, не хочу туда прыгать один. Я тоже не хочу туда найти. Нет, не хочу умирать. Не хочу. О! Блин. Чё, будем? Ну чё, го? Прощай, моя жизнь. Ой. Сейчас всё у меня, всё. Нормально всё. Вот и шмара, конечно, ульта есть, меня это бесит. Так, ну смотри. У Лины. Ну да. Она просто возьмёт, стрельнет меня, всё. Да, и будет... Не, прорвемся, прорвемся. Не знаю даже. Хочешь, тебе кусочки подарю, посмотришь? А то у меня их 4. Хочешь? А их что, можно передавать? А, ну что-то напомнил. Точно нельзя, мудаки. Я пайп соберу, я поняла. Пипа? Да. Или ты соберешь? Нет, ты соберешь. Я соберу. Мне еще бледного мента. А. А что, замышляют? Тинкер иллюзии проверяет. А здесь вот он. Убить меня надумал. Так, ну вертолет уже сапог, нормально. На прифарме. Чё? Скоро рапира. После савага. Да, сразу. Ну вот сейчас я влетаю в такие прокасты. Сейчас, 3 секунды, 2. Пипец. О, подожди, подожди. Мне крип пиздит. Подожди, если они сейчас выйдут, я могу прыгнуть, потому что там не будет Лины. Да, и лагуны. Она же его с лагуны убила, по-моему. О, нет. Что, прыгать? Тинкер. Ну, думаю, пора, чё? Чё тин... А, о-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 о
Как бы нам от него не только ульт нужен. Здесь, наверное, Нет. калибровщик. Вот когда будет у меня этот палка, уже очень придумать можно. Че, будем? Отдаем? Че, давай. Ну, давай, я влетаю. Ой, ага, все. Не, я. Блин, все, жопа. Не, я должен выжить. Смотри, я убью одного. О, блядь, сраный Зевс, обоссанное говно. Почти ты. О, еще одного. О, давай, давай, еще, давай, еще, вперед, еще, вперед, еще. Вперед. Жопа, конечно, блин, взял, обошел меня. Помогите, помогите, помогите. Ну. Нормально. Хорош. Спасибо. Спасибо. Надо сюда варды поставить. Так, это у меня в кунтукле там балуется, все, я закрыл. Вот, теперь у нас появилась ракетка. Надо еще много голды. Хороший был замес. Угу. Получается, видишь, сразу законтрил эту дуру обоссанную Алину. Угу.
О, все, палка-толкалка. Что за А чё, глупостью? только меня, да, убили, получается? Ну да. А, ну и пошли в жопу. Ладно. Нормально тогда. Что за клокер без палки? Это вообще бесполезный герой. О, ну-ка, 4, 3, 2, 1. Чё так, замес? Я тоже хочу. Пошел отсюда, пес. Ты в кого-нибудь попрыгнешь, нет? Или у тебя... А я это промахнулся. А, Ну это ладно. баг в доте был просто, знаешь. Ну, понятно. Любой мой промах это баг в доте. Очень мой идет, смотри. О, боже. Ну, чё, издевается? Ага, я промахнулась. Это тоже баг? Да. Кто там? А, он не один. С друзьями. Он знает, что я здесь. Он знает. С тенем. Да, он ждет. На, пиво, смотри. А, он за руной Пока, что-то дурачок, прячет. пока! Убегаем, убегаем. Зачем это делать? Как? Зачем ультовать? А, чему со Смысл, стилем? если ты один его мог убить? Ну ладно. Конечно, я уже его убил, он просто стилил. Что там мы Все. сделаем? Кидаю выблядку репорт. Вот и все, все очень просто, понимаешь? Я тебе тогда, помнишь, уже говорю про это. Помнишь? Да. Он просто забирает киллы, когда я сам убил 100%. У меня 4, кстати, изменились систему жалоб, теперь они начали прибавляться почему-то. То В есть, смысле, это как? за эти пару дней я, например, кину около, ну сколько, 4-5 репортов, и у меня еще 4 есть. Да? Да, скорее всего, когда ты кидаешь, и его наказывают, тебе сразу новый дают. Наверное. Так, как же написать? Стеллер, калибровка. Это чмо калибрует? Как он калибровать может, если это не рейтинговое? А, да, точно, ну ладно. Точно, я Тоже забыл. уже хочу калибровочку. Он у тебя скоро уже будет, да? Чуть-чуть осталось. Кали-кали. Не, ну я Зевсом не буду обузить. Ну, я не знаю, зачем он с Зевсом играет сейчас, я вообще не понимаю, чем логика. Вообще неинтересно. Понимаю, вот некоторых людей, которые калибровка, да, чтобы там высокий рейтинг был. О! Я бегу, я не добегу. А! О, давай, пойдем. О, по минус 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять, нет, я убил. Опять? Да, ну чему он больное? Ублюдок, что Ну, сказать. у него сифилис, я видел. Пиздец. Этого мы не догоним, да? А он под О, вышкой будет. ракета, ракета. Вон. Куда полетела? Ракета, мой ангел земной. Пес, пес, пес. Стиллер! Ха-ха. Да шучу. Тебе можно, Зевсу нельзя. Мне можно разок. Так, что, давайте, наверное, снесем, я подумал так на секунду. Опа! Все, начали они разваливаться уже. Пойду. Секретный магазинчик. А, которого никто не знает. Угу. О, ой, как там больно, там тинкер летит. Вы уходите оттуда? Я не знаю, там их много. Вы же 8. не будете драться? Там 8 человек, опасно. 8 человек это жестко. Так. А чё, вы хотите подраться, да? Я хочу. Хочешь битвы? Вот там говно идет. Ну я... Нет, я пойду домой, сбегаю сейчас быстренько. Мамка Так. зовет. А мамка зовет на обед? Мамка зовет домой, да. Сейчас выйду. Да не здесь мудаки эти. Ну-ка, разведка, разведка, поиск. Серч, серч, о. О, минус один. Они с вами подраться, да, хотят? Минус два, ясно. Уйдешь? Пока, говно, пока! Конечно, уйду. Коги решают. Хотя они хотели меня наказать. Ну да. Так, внизу их четверо. Чё у нас с вертолетом? Ничего. Пойду варды поставлю, пока все равно драки не будет. Ты это не видела, да? Ну ладно. Нет, а что там было? Ничего, ничего. Смехотулька была одна, смешная, очень.
Я не видела. Пау! Это такая бажная ракета. О! Ну, давай, детка, давай, давай. Молодец. Пойдем убьем это говно. Да я думала, мы подефаем. Нет? Блин, мне тяжело его убить. У меня все эти... Во, нормально. Тебе помогут. Ну, естественно, у нас есть товарищ. Угу. Да. А ты можешь тоже за него кинуть, нет? Нет? Репорт? Да, за стил. Могу, только в конце кину. Ну ладно. Надо наказывать таких ублюдков конченых. Ну. Бесполезных. А то бывает тоже так, понакидает репорт. И потом написано, ну. вам нужно сыграть 12 игр, но в приоритете. Ну да. Сразу настроение поднимается, это хорошо. Ну, кстати, да, сделали, конечно, вообще, ну, с одной стороны, блядь, ясно. Ты умерла, да? Да, пошла в арт, называется, поставить. А я что, ты чему еще не замутил? Странно, все. Что там говорила? Система? А, что, ну, в принципе, нормально сделали, что кто ливает, тот потом 16 игр еще на лоу приоритете. А почему 16? Там же разные. Ну, в смысле, до 16 там, по-моему. Ну, раньше было так, раньше просто тупо по времени, помнишь? То есть ты ливаешь, и тебе там, например, 5 дней ты будешь на приоритете играть. Угу, и при этом ты могла не заходить на аккаунт, а 5 дней проходили. Ну да. Сейчас такого нельзя, сейчас ты обязана поиграть именно игры. Обязана. Ибо нехуй ливать. Правильно. Ну, обидно, когда ты играешь минером, тебе пикает за АФК, хотя ты поставил мины. Так, где там у нас еда? Ты где? Я внизу, надо что-то придумать. Слушай, как-то... пошли со мной в орды поставим, а то меня там опять. Пойдем, сейчас всех обоссым. Надо что-то придумать для победы. Так. У них, наверное, тоже тут вард. Ага, ага. Кентавр уже. Че, убивать хочешь? Нет, нет, я ухожу. Уходим, у него, наверное, даггер. А, нет, даггера нет. Какой он бомб. Иди отсюда, пёс! О, кто там, кто там? Тини, Тини. Тини, Тини, Тини. Рика-така. Сколько спецэффектов много. Как много спецэффектов, реально. Угу. Давай подумаем, как победить. Потому что соберешь этот хекс, тебе долго, да, до него? О-о-о, вряд ли. Я точно хекс не соберу тоже. Если я одна буду покупать варды, то я хекс вообще никогда не соберу. А, ты хочешь пайп, да? Да, хочу пайп. Или мне пайп. Ты уже пошла в него? Ты сказал мне, ну ты же блейдмейл собираешь. Да. О, офига, он выжил. Ой, зря. О, спасибо. Хоть не прыгнул. Хорошо, что я промахнулся. Все, все, обоссали бомжа, драка началась. Угу. Ну, меня пускай ничего не ждут. О, нормально. Псы пошли отсюда. Хотя мне, да, много чего надо собирать еще. Ганем нужен. Ну, давай. Сраная вышка заколебала. Во-во-во, пойдем. Тебе есть что? Это же тоже пайп. Да. Чем газомес? Меня это ракета? У меня аж компьютер тормозит такого замеса. Угу. Ладно, я пошел сюда, короче. Да, анимации, конечно, вообще до хрена. Нормально, 3 на 1 обоссали. Эй, я там убил троих уже. О, нет, 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 не хочу. Уходи, если можешь. Уже не смогу. Да Тини с даггером. Это норма. Ладно, фармим. Фармим, фармим, фармим. Потом буду уже лайны соло проносить. Заганим. Так, меня слышно? Нет. А слышно. То у меня наушники что-то отходят. Откуда? От гнезда? Угу. Это такая же жопа.
Вчера спросил у этого корефана, он кучу посоветовал, нужно комп открыть. И там, где это гнездо, там нужно немножко припаять. Ну да. Ты сделаешь, да, это? Да, и вообще изи. Ух, там еда. Че у тинкера? Даггера нет. Лох. На, пес. Щипец. Прям парик ему сняли. О, так там желающие погибнут сегодня? Давай быстрее, шевели жопой. Так. Давай. О, как больно вам. Я иду, я иду. Блять. Нет, все. Ну это дерьмо-то надо убить. Да он с ДД. Насрать на него, пошли. Ну давай же, господи, ну. Поставил Коги? Да я не могу, он меня застанил. На, псина. Я врезался, короче, ударил один раз, и у меня стан от него прошел. У него же пассивка, знаешь? Ну да, баш. Да, я сразу баш. Все равно убили. Изи-бризи. На, пес. На. Я про крипов говорю. Да, я поняла. Так, фармим, ладно. Все, идем баганим. У тебя как там дела? Нормально. Скоро это хедреска. Молодец. Надо лайны приносить, пошли. У них такой, знаешь, неприятный пик, конечно, вообще. Все эти чики, а у нас на самом деле тоже. Хотя у них станов побольше, мне кажется. Ну у них хекс есть. Угу. Стан, змейки. Мы еще ни разу змеек не видели в игре. Да? Почему? Я видела. Видела? Я думал, да, что... вот. Они, короче, знаешь, когда ставили... когда Т1 сносили. Ой. Да. Так, тихо. Нет. И забыла, а счет снизу идет или сверху? В смысле счет? Т1, Т2... Т3. Да, Т1 как с базы идет. То есть нет, дальние... с базы? Ну, на базе Т1, Т2, Т3, 4, 5, а, 6. Все, значит Т3. Все время путаю. Да ладно, да ладно. Ну. Так, все, пошли ваганим. Сейчас будет жирок вырастать, пузика. На, пес! У нас это музыка? Ну? Задолбал мигать. Я отвод делаю. Что мы сделаем таким образом? Ко мне, ко мне, ко мне. Я тоже отвод делаю. Убейте, пожалуйста, дракон, давайте. Ой, о! Там убивают. Ладно. О, как там хорошо! Ну-ка, псы, ко мне, ко мне, ко мне, everybody, йо! Так, ты сдохла, говно, дальше, дальше, дальше. Дабл кью, дальше, дальше. На, так, трипл кью, дальше. А, все? Все. Изи вризи, ну ладно, все. Угу. Просто начали разрывать жопы. А как они на лайне наглели, ты вспомни. Да. Ну, кто там? Че это за мудак, э? Кто там развлекается? Да мутак какой-то. О, вкусняшка. Все, пошел я, короче, базу снесу быстренько. Странно, у них вроде как бы пуш потенциал получше, чем у нас вроде. Так, сейчас сюда все мудаки прибегут. Да, сейчас Тинис Даггер. Ой, не хочу, все, я ухожу, пока. Я тоже не хочу. Не хочу, не сегодня. Скоро любимый Агунум. Ну в этой игре все получше, да, за Кокверка, чем в предыдущей? О, ДД, можно я возьму? Ну, да. Ну как тебе сказать? Там просто лейте было тяжело, вначале это так же шло все. А когда уже Тини нафармился, вообще было нереально его убивать просто. Просто. Эй, на, на, пес. Да, да? Помогаю. Там еще типа антипик был, хуй знает. Мипо против Мипо, Эмбер. А, этот, Шейкер против Мипо.
первую очередь. Шейкер и Эмбер. Да. Эмбер тоже, кстати. Ну, это понятно. А, и этот. И Пудж. И Тинни. Тинни и Шейкер — это вообще, конечно, жопа для мипа. Ты. Че там? А! Злится. Смотри, пизды тебе даст. Он меня убивает. Птичка убивает меня. Ой, там Тинкер. Чуть не убил меня. Так не, я просто случайно, я не специально это делал. Я так случайно проходил. Чё, ты его слышишь? Да, у него вообще горит. Жопа горит, да? Да, пиздец. Он тебя убить хочет. Срать я хотел на голову ему. Он сказал, убьет тебя, ублюдок. Пиздец. Чё, будем этого убивать, нет? Я в лесу. Сейчас. Так, что я здесь одинёшечка. Меня Урса сейчас убьет. Там он, возьми, птичка есть. О, и говно бежит за мной. Ну-ка, у тебя дугер-то есть? Нету, бич какой-то. Нету, ну я говорю, он какой-то вообще бомж. Он Даган пошел почему-то. Решил, так лучше. Ну и дебил. Ну, без дугера, да. Медленное говно. Без дагера его вообще изи убить. Нет, ну. Нет. Может, он типа подумал, что его. Да меня убивают, подожди. Тинни будет кидать. Фух. Они думают, так просто будет, нет? Выжил? Ну, конечно, выжил. А я к тебе иду. Я говорю, Клокверга без этого, без форстав, это вообще бесполезно им играть. Запомни всю жизнь. Ставишь коги, тебя убивают. А так я могу выйти из них. Окей. Окей? Окей. А мне кажется, у меня плохо получится Клокверком играть. Поэтому я даже не пробую. Ну, я бы мог научить, это моя профессия. Обычно людей я учу за одну игру, в принципе, полностью понять героя. Тебе, да я... нет, не то, что понять героя, просто у меня... Ну, понятно, но все равно... Реакция слишком... Да это ерунда, ты чё? Медленная. Я по кнопкам слишком медленно бью. Можно быть ДСПшником, играть нормально. Понимаешь? Ну, хуй знает. Думаешь, нет? Ты еще возьми зафарми. Он вообще ливнет, наверное. Ладно, хорош, реально, он сейчас еще, короче, ливанет, да. Я больше не буду. Я пошутил, хватит. Зачем вообще это делать, не понимаю. Он такой бомж нулевый, у него итемов вообще почти нету. Но он отводы делает. Зачем, смысл? Он просто бы нормально бы фармил все в лесу. Ну и на лайнах. Ну он и фармит в лесу. Че все мне мигают, а? Че все недовольны мною? Не знаю. О, тут ТПшка чья-то. Я заберу. Моя будет. А я, кстати, мог руну забрать. У Зевса бы жопа горела. И по-любому после игры бы 16 новых в приоритете. Так, 500 голды осталось. У тебя уже есть, да, эта фигня? Да. Сейчас тоже Аганим, наверное, соберу. Хорошо. А что тебе Аганим делают, я не помню. Я тоже не помню. Сейчас соберу и посмотрим. Там же написано, ты на ульту наведи. Тут просто написано, улучшается с Аганим Скипетр. А, сейчас, подожди, я не поняла, что туплю вообще. Ты поняла, да? Нет. На. Улучшение, пульс снова. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Ох, как больно. Так, 300 голды. Типа вышки еще больше, еще быстрее будем сносить. С моими диаболиками. Я не знаю, мне за Решарка вообще никогда не играю. Но это не нравится мне этот герой. Да, не знаю, мне вообще прям вкатывает. Хотя ну мне... просто его надо под что-то брать. Вот под твои коги, да, там, не знаю. Мы вот с другом связку делали Нага плюс Лешрак. Сетка, стан. Ну, это любой стан, короче, грубо говоря. Че изи. Ну, под такой, короче... Ну, любой стан. ЦМ-ка. Который направленный на юнита, а не на точку. Ну, ЦМ-ка на юнита. Да.
Мне кажется, там больно будет сейчас, нет? Сейчас опять он меня убьет, не хочу. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Эй, куда вы, псы? На, псы, на, всех поймал, восьмерых. Так, ты сдохнешь. Дальше иду такой, ох, ох, дальше. А, все. Здесь ну, на халяву. Че? Ну, смотри. Полики мои кончились, что ли? А, они были, да? Да, конечно. Вот мы за доли секунды забрали четверых. Доли секунды. Пошел я, короче, дальше, там, схожу куда-нибудь. Под вышку? Да. Вау! На. У меня всегда с собой 2 ТП. Это норма. Сейчас снесем и сделаем ТП на базу быстренько. Да, у меня даже есть. Я у кого-то стырила в лесу. Там уже написано. Гузы голубой. Вертолета. Бедняжка. Мы как-то обижаем его. Мы что-то его, ну, хейтим. Хейтим его пуканоид. Потом делаем вот так, потом вот так, потом... Ой. Пока! Пойдем за дефой. Б, чё вы стали? Б, иди! Всё, самый главный итем есть. Теперь собираем шиву. Офигенный итем. Ты наверху, да? Да. Шива! Ну-ка. О, ты не жопа понеслась. А смысл ливать, я не понимаю, ты мне скажи. Он же вот приоритет получит. Для чего он ливанул? Доиграли бы. Да? Ну, типа. Ты прикинь, насколько у человека жопа даже горит. Не понимаю. Я даже если проигрываю, то есть, ну, не ливаю, просто что стою на базе максимум. Меня убивают. Да не. А, где там еще одна была шмара? А вот она. Нет! Что, убивает? Что ты меня пугаешь? Зевс Рошана убивает соло. Это нормально. Что, получается? Смотри на это чудо. О боже! Ой, все, меня убивают, блин. А зачем ты умираешь? О, пошли его убьем. Кого? Так лети. Давай, любого. Ты через всю карту? Ну нет, я уже все прыгнул. Пошли, ты говно найдем. Надо его обидеть. Ну, он же, наверное, обоссался. Я затроллировал. Опа. 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 Оп. Оп. Так, потихонечку денежки идут. Биг мани идут. У тебя фрезы, да? Угу. Манка а нужна. Маны надо. Так у тебя же арканы есть. А, когда? Нет. Ничего, сейчас пройдет когда. Сейчас купим ши, вообще будет миллион. А я говорю, что у них шансов, видишь, мало, у них просто нету кэри. Ну кому он пишет? Не, ну как бы Тини, ну... Ну тебе это понятно, в первую очередь это прокастер даже. Он с руки будет мало бить, он будет бить прокастер. Эй, пёс, ко мне говно. Сдохни! Ой, как мне больно, это жопа, ой, как больно! Я исчезаю. Исчезаешь? Чем ты тут одну бросил? Да, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Там друг есть рядом, красивый. Да не, я с ним не дружу. Зомби, как тебе вообще зомби, нравится? Да, хороший перс. Он такой, знаешь, ну от него не супер много толку, согласись. Есть, но он такой, не ключевой герой, конечно. Честно. Не, ну ясное дело, не ключевой. Но все равно как бы... У него, да, зомби. С ним хорошо вышки пушить и драться тоже отлично. То, что он же жизни крадет, его хуй кто убить может. Все, пойдем мид. Я пробовал на него собирать рефрешер с двумя этими томбами. Ну, это все равно не очень подходило.
У меня маны нет. У тебя есть арканы? Да, ты где? Дай мне. На. Все, отлично. Там что-то происходит. Не понимаю, куда прыгать мне. Под вышку прям, что-то не хочу. А чё? Ну, давай. Нет, сейчас не надо там эти, Арчи. Они все живые. Может, сейчас снесем вышку хотя бы? Сейчас снесем. Что ТП делает? Тинкер. Во, видишь, для чего я поставил? О, ты Тинкеру ману сжёг. Ну, видишь, что продумано было. Ну. Только с базы прилетел, сейчас опять на базу. Вау! Господи, вертолет там все нафармливает. Не знаю, что он вообще фармит. Отводы делает опять, да? Вообще в этой игре мало чего сделал. Что-то паленым пахнет. Паленым пахнет? Что-то спалил. Чей-то пукан горит. Вот и пахнет. Запах пукана. Ну-ка, сейчас подожди. Ух, как фарм-то хорошо пошел. Чё в меня-то? Чё там? Чё говоришь? Что случилось? Все нормально. У тебя что-то сгорело? Нет. На улице воняет говнищем. Ты окно открой, почувствуешь. А, кстати, сегодня это Колю, когда в садик отводила, на улице какой-то хренью, по сути, воняло. Сейчас вот очень сильно. А мне казалось, как будто помойкой воняет. Только по всей улице. Ну, скорее всего, опять нефтяной воняет. Да, 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 скорее всего. О, нет. Шмаровозка, ну-ка, ну-ка. Я пошел тогда умирать. Надо заканчивать. Нормально, опа, опа. А все, заканчиваем уже. Сейчас, подожди, мне звонят. Слушай, это... Я АФК постою, минутку. Ну, давай, давай. Я сейчас маме дверь открою, все, сейчас. Хорошо, давай. Главное, не ливани, ладно? Ну, пес, давай, гори твоя жопа. Гори, жопа пса. Гори, жопа, гори! Так. Что, мы туда влетаем, да, все? Ой, как там больно, ой, как там больно. Что-то под вышечку мне не хочется сегодня именно, на, пёс. Ладно, пошли. Ко мне, говно, ко мне. Эй, пёс. Тихо-тихо, я жив, жив. Жив-здоров, губ жив. Децл, Децл тоже жив. Так, ну кого я смогу убить? О, ну-ка, подожди, подожди, подожди. Нет-нет, там будет больно. Ой, не просчитал, ой. Просчет, просчет. Так. Так, что было? Ничего, все хорошо. Все. Была хоть что-то драка, я влетаю, восьмерых минусую, короче. Мне пишут, типа, все это лайки кидают. Да? Угу. Вообще умница. А что, я врач или буду? Что, пойдем уже, наверное, закончим? Да, надо заканчивать. О, у нас тут ливанул зомби, обиделся, наверное. Его просто убили. Да. О! У меня откуда-то Magic Wand. Кого ты стырил? Вертолета. Опять? Почему этот даун везде? Бедный вертолет. Так я не забирал, он пацан наверное даун мне. Да? Он тебе доверяет. Мы, наверное, подружились.
что мы с ним в скайпе сидим. Да, не со мной, а с ним. Ну что он тебе сказал? Что? Что ты пидорас. Ну это же неправда. Ну он злится, наверное, на тебя до сих пор. Я же ничего не сделал. Ну это же неправда. Я же не такой. Пожалуйста. Да нет, конечно. Значит, норм. Че, ты идешь? Ты коричневый где-то вижу. Да, че, мид? Ну пошли мид, да, сейчас я возьму какашку. Пошли. Там нам еще вверх сносят. Так мы в мид или куда? Пошли. О, внизу говно. Пойдем. Как все далеко-то, а? Угу. Давай, пес, я бегу. Че, он соло кентавр? Ай, тварь. Хотя, в принципе, могу пробовать его догнать. Ну ладно. С даггера ушел. Угу. Я вот кинул, он сразу с даггера ушел, прям моментально. Опа! Убиваем, убиваем, убиваем. Убиваем. Нет, нет, нет. Ой. Стан, стан. На, псы. Давай, ну... Как мне больно-то, матерь боже, спаси, сохраните меня. Ладно, нормально. Убили четверых, он двоих убил. А, одного убил, ну ладно. Как тебе замес? Вообще норм. Сколько я говна впитал, а? Меня сейчас свиноматку превратили. Нормально. Ну ты должен был так. Ну я ты знаю. Ты ж клок вверх. Я согласен, то есть должен отдать ради победы свой жопец. Mm-hmm. Зато всех убили. Или почти всех. Зомби что-то расстроился. Да мало ли что там у него. Ну да, можешь ему на тренировку идти. Да, как мне. Да? Че, у вас там все? Надо сносить, че мы ничего не сносим? Фига Лины 100 секунд не будет. Она выкупалась? Возможно. А, пёс. Так хватит трогать этого, ублюдки. Ну чё, сносим, сносим, только... Ну на миду, видишь. Чтоб все... Надо, чтоб все резнулись. Да, я пока дефаю топ. Мне вообще мана нужна, я сейчас, наверное, вот зафармлю тут и домой пойду. А, пёс. Кстати, зомби так уматно фармит. Ну да. Братюня, лови! Поу! Все. Нам нужно, конечно, снести по фасту мид. Угу. О, сейчас, о! Сейчас я домой. Тихо. Быстро сбегаю. Там вкусняшка, ну-ка подожди. О, попал! А, ох, фу, ох, фу! Пока, братья! Ох. Ну я, кстати, даже не думал, что попаду. Хотя, ни одного промаха за игру. А ты вечером будешь? Пил, пил, пил. Вечером? Не знаю, посмотрим. Тебе завтра же никуда идти не надо? Нет, ну только на тренировку. Нет, я имею в виду утром. Это вечером. Давай не, никуда. Потому что разомнёлся до 4 усилий. Ну не знаю, посмотрим. Ну не будем загадывать, короче, да? Да, ну сегодня сейчас приду. Если не буду сильно уставшая там. Приди поспить полчасика, будешь нормально, как огурчик. Так. Что мы собираем дальше? Так они что, не хотят заканчивать, что ли? Они куда мы идем дальше? Они, ну, что-то думают. Да, сейчас выиграют, конечно. Ничего не понял. В чем смысл? Может, у них кончились деньги в компьютерном зале? А если они сейчас еще один ливанят? Мы будем вдвоем играть? Да. Нам, конечно, лучше лайн снести. Угу. А лучше два. Чего они все ливают? Нет никого, блин. А, вот он. Я думал, там он будет. Там еще Лина где-то. Ч
что он хочет? Что, Я не пойдем? могу стан в никуда дать. Мне нужно под что-то. Го? Да. Ага. Ну ясно. И где вы? Я тут. Классно. Я туточки. А ты где? Ушла? А я умерла. О, все, это, конечно, жопа полная. Ну. Ну, как же больно-то мне, матерь божья. Ну, когда я выйду из этих станов. Уходи, братюня. Давай, ультракил, давай. Нормально. Давай, иди. В казарму. О. И не вышел. Без слотов. Капец, зачем мне... Тогда я... Поиграй, пожалуйста, за вертолета, ладно? Я? Да. Ну хотя бы, чтобы пропушить мид. Ладно? Ой. Ясно. Ой. У него другие эти. Ясно, все понятно. А, ты уже возродилась. Ну чё, сейчас за двоих буду? Так он не сломал, что ли? Господи. Блин. Ну давай. Надо снести хотя бы один сраный лайн. Ну, пожалуйста, ну, они идут, идут. Ну, как там? Так, ладно, один лайн я снес. Теперь я пошел вообще топ сносить, ладно. Пойдем топ? Пойдем. Я уже купил себе фризули, у меня теперь будут два сапога, две ноги, два сапога. А ты сразу с двумя играешь, да, умница? Пускай иллюзиями пушит. Чем-то поможет. Ага, блин, сейчас. Блин, далеко. Чё, ты умираешь? Нет. Надо до конца гейминг. А эти мрази не хотят... Чё она хочет от меня? Ты где? Я далеко. Оу. Ну ясно, все. Привет, моя любовь. Привет, моя любовь. О, это шмару еще надо. О, давай. Все, минус два бомжа. Ха-ха. Я за тебя отомстил. Ну ладно. Надо уже быстрее закончить. Да. Эту потрясающую игру. Где селивает. Угу. Вообще. Почему за нас? Первый раз такой вижу, кстати. Ну в чем прикол? Бывать. Ну может у них жопа загорелась, реально перегорела. Бывает такой перегар. Угу. Он расстроился, что я убил этого зверинца его. Да старте я вообще хотел, что я буду думать о нем. Ну, конечно. Сейчас срал. Че, я может прям туда влетаю? Он там столько говна меня водит. Ты далеко, да? Я мертвая. Ты можешь хотя бы эти вертолеты привезти сюда? Ладно? Зачем? Чтобы им играть, у него очень много дамаги. Так не выиграем. Ну попробуй, но мне это сложно будет за двоих играть. Нет, ты за одного, ты просто рядом его поставь, играй за себя. С ним мигаешь. Если этого влечет, туда не выйдет никогда. Чтобы мне собрать. А, давай сам за него поуправляю. Хорошо? Сам? Ну да. Сам так сам. Ну чтобы он хотя бы рядом стоял, ультанул, когда надо будет. Так что, мы идем сносить? Тут Тинкер такое делает. А, мы ждем, да кого-то? Давай подождем. Да кого ждать? Чего гонят? А, ясно, Зевсов. АФК. О, понятно, короче.
Они что, издеваются, что ли, дауны эти? Он пришел. Да, мы такие. Так что, мы будем? Да, давай. Ты летишь? Блин, да куда я лечу? Я за этим сразу управляю тремя героями. Я тогда не знаю. О, давай. Нормально. Короче, пошли уже пропушим давно это и все. Ты живая? Да. Пойдем топ снесем. Давай. Где там крипы? Так, подожди. А ты видишь, как быстро. Ах ты мразь, а. Ах ты проститутка. Ну, блин, твои коги. Да посрать на него, самое главное это снести. Давай, Зевс умер, сносим. О боже, да чего они хотят? Я не понимаю. Чего он хочет от меня? Да срать на него я хотел. На голову, на сру сейчас пойду. Пускай дефает. Пускай теперь дефает. Так, я приблизился к крипу. Господи. Пошла в жопу, парень. Ладно, я пошел хоть отсюда. Пошли, пускай дефает. Только почему-то он дефает, потому что снесли. В чем логика? Че, уходим? Ну, пошли. У меня голды уже миллиард. Сколько бы, наконец-то. О, гиркоптер вернулся. А-а-а-а! Ой. Мертвый. Скажи, что это ты за него умер. У него вообще бомба нет. Стату поднял тебе. На, иди на. Дал прокаст. Ты что сделал? Извини. Иди возьми вон. Я этого ублюдка целый год била. Видишь, все продумано. Пипец. Ты уже купила. Эй, где моя птичка, эй? Чё, не дефают? Ну ладно, пускай дефают. Вау, моя птичечка улетела. А, мы тогда, короче, играли, когда я за Сайленсера была еще, помнишь? Там кто-то идет ко мне. Это, наверное, было очень давно. Чё, убьем ее? Ну, пошли. Это иллюзия. Опа, хорош. Моя она любовь! Фидить пошла? Нет, она просто хотела тебя убить. Да не, она фидить пошла, дура. Не. Я 100% могу сказать. У меня интернет сейчас упал случайно. А, понятно. А что там говорила про Сайлансера? Вот, короче, там был лишь рак. Они, короче, нам все спушили, и мы от мега-крипов отбивались. Там был лишь рак, он, короче, нафармил рапиру, пришел к нам, умер. И, короче, ее взял снайпер. И мы еще 30 минут сидели на базе и отпушивали. Пипец. Это, наверное, было очень поэтому да? Так долго. Это, наверное, было... Очень нудно и вообще жопа была. Ну, снайпер быстро, кстати, с рапирой отпушивал, вообще пипец. Это было, наверное, очень давно. Да? Чё это было? Очень давно, наверное, я не помню. Почему нет? Ну, дня 3 назад, наверное. Ты играл с Сайлансера? Угу. Ну и помнишь, ты еще мне... Чё? Чё ты там тебе опять проорал, я хуй знает. Пошёл нахуй. Срать я хотел на него. Ладно, все равно хорошо поиграли. Изи бризи. Дэнь. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.